Да. Запомнили? Да. Если забудете, вы не стесняйтесь спрашивать. Как вас зовут? Как тебя зовут? Меня Ксюша. Ксюша зовут? Вадим. Вадим. Аня. Филипп. Сонечка. Мне очень приятно с вами познакомиться. А сейчас мы возьмемся за ручки. Пойдем сюда. Собрались, сидите в круг. Я твой друг. И ты мой друг. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. Знаете, да, наверное, что вы мне прям помогаете уже и рассказываете со мной. А скажите, а вы любите сказки? Да. И я их очень сильно люблю. И сейчас одну сказку я вам расскажу. Далеко-далеко, в 39-м царстве, в 50-м государстве, живет необычная птица. Это птица необычной красоты. И зовут ее птица счастья. И говорят, что если кто-нибудь увидит птицу счастья и поймает ее перышко, то обязательно вас будет ждать удачи. Посмотрите на экран. Ну, я так себе представляю, да, птица счастья? Правда, красивая? Да. Ну что, отправимся на поиски птицы счастья? Да. Хорошо. Но для того, чтобы попасть к птице счастья, мы с вами должны верить в чудеса. Вы верите в чудеса? Да. Закрываем глазки и говорим, я верю в чудеса. Можете прямо ладошками закрыть вот так вот и говорить. Я верю в чудеса. Еще разочек. Я верю в чудеса. Флейта, вы говорите мне, ну давайте тогда возьмем руки.